Захаров. А вручает приз нашему лауреату кинорежиссер Юрий Манин. Сначала мне поздравить лауреата, а потом уже выступить Максиму, поскольку перешибить его будет невозможно. Я скажу только два слова. Я, будучи театральным режиссером по первому образованию, сегодня, к сожалению, потерял то уважение к театру, которое испытывал благоговение в юные годы, когда я учился на спектакле «Тустанова», благодаря ему, кстати, поступил в театральный институт, и другим всем гастролям московских театров, Эфроса, любимого современника и прочее, и иностранных и так далее. Когда сегодня я прихожу в театр, особенно когда показывают классику, молодые режиссеры, то я иногда удивляюсь чаще всего, что же, собственно, почему эти авторы знаменитые остались для нас, когда в них такие глупые сюжеты, нет ни смысла, ни ума, ничего. Почему же мы так их любим и все время продолжаем ставить? Все дело в том, что действительно молодая режиссура, проявляя, так сказать, такую детскую бездну фантазии, ну, скорее всего, иногда ребяческой детской, заменяет те мысли, те ценные открытия, которые действительно обогащали нас в произведениях наших классиков. И когда я, да, мало того, зритель, увы, настолько потерял способность отличать хорошую игру актера от плохой, что он не понимает, что такое актерский наигрыш. Я сижу в театре и вижу, зритель смеется там, где артисты шакалят, охотно аплодирует, реагирует. Я спросил студентку свою, вы знаете, что такое студенту актерский наигрыш? Одна ответила. Это, вероятно, когда драматический артист играет на каком-нибудь музыкальном инструменте. И все поддержали ее, потому что никто ни у кого не было других мыслей. И поэтому единственное, что с благодарностью приходится вспоминать, а то, что уходит, то возвратится, это те великие театры и то искусство, которое было представлено многими ушедшими от нас людьми, которым мы поклоняемся, и, к счастью, существующему и рядом со мной стоящему Марку Анатольевичу Захарову, которому я испытываю гигантское уважение, почитание, спектакли и фильмы, которые всегда смотрел, и некоторые из них, да многие очень, они являются шедеврами. Масса людей, которые всю жизнь работают и ни одного шедевра не производят. Человек произвел их десятки. И поэтому я просто от всей души поздравляю его. Думаю, что в числе гигантского количества наград премия царскосельская будет приятным добавлением, очень приятным. И поздравляю и желаю всего, чего может пожелать себе Марк Анатольевич. Спасибо. Да, молодые режиссеры могут очень раздражать, но их надо любить. Другого выхода нет. На них надо надеяться, что нам делать. Я бесконечно счастлив. Я высоко ценю ту оказанную мне честь оказаться здесь, в этом святом, намоленном месте, вот в исторической точке нашей великой державы, рядом с городом, который вселяет так много надежд на светлое будущее российской истории. Санкт-Петербург – это святое слово, оно очень греет душу и вселяет надежды. Я думаю, что из этих золотистых стволов и листьев отсюда вверх в космос проложен какой-то космический коридор. Здесь люди испытывают связь с космосом, с вечностью, вечной радостью, которая посещает их, как меня сегодня. Я очень благодарен тем людям, которые придумали меня наградить.
Вот, я очень благодарен за трогательную песню, которая прозвучала в мой адрес. И прозаический текст тоже был замечательный на уровне песни. Вот, я запомню этот день навсегда. Я еще раз благодарю, склоняюсь перед этой высокой наградой. Спасибо вам большое. Спасибо.